Здравствуйте, дорогие любители вязания! Смотрите, какой красивый ажурный узор! Очень оригинальный, очень красивый и очень легкий узор. Прекрасные палантины, прекрасные французские кофточки. Да, ну что говорить, вы сами видите. Очень красивый узор, очень легкий. В интернете он встречается. Я не думаю, что я тут открываю Америку, но он до того мне понравился, что я решила снять видео, как его вязать. Раппорт узора составляет 8 петель, плюс 1 петля для симметрии узора. Мы с вами свяжем 2 раппорта. Так будет более понятно. И набираем 16 плюс 1 и плюс 2 кромочные, 19 петель. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю, лицевую петлю. Делаем накид. 5 лицевых. Далее делаем накид и вяжем лицевую петлю. Мы закончили вязать один раппорт. И так как мы вяжем 2 раппорта, то сразу же вяжем второй. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид, 1 лицевая. И в конце ряда 1 изнаночная петля. Это петля для симметрии узора. У вас на схеме хорошо видно, петли раппорта выделены и петля для симметрии узора. В лицевых рядах она вяжется в конце ряда, в изнаночных рядах она будет вязаться в начале ряда. И вообще в изнаночных рядах, вот второй изнаночный ряд, и во всех изнаночных рядах мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными, и накиды мы вяжем изнаночными. Я изнаночные ряды, где петли вяжутся по рисунку, видео буду пропускать. Вы будете вязать их самостоятельно. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая. Делаем накид, лицевая петля, делаем накид. И далее нам 7 петель нужно провязать наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями. У меня для этого петли лежат неудобно. Если я вот так их провяжу, они получатся у меня скрещенными петлями. Мне нужно их развернуть. Кто вяжет классикой, то петли разворачивать не надо. Вот все 7 петель я разворачиваю. И сейчас я попытаюсь их провязать все вместе, лицевой с наклоном вправо. Не забываем, что у нас на правой спице накид. Так, 4, 7. Если неудобно, конечно, тут надо вязать послабже. Если неудобно, вот как мне, то можно воспользоваться крючком, что, наверное, я сейчас и сделаю. Нужно было вот второй ряд провязать немножко слабее. Вот. Получилось. Вяжите предыдущий ряд перед тем, как 7 петель вместе провязать, немножко послабее. 7 петель провязали вместе лицевой с наклоном вправо. И повторяем раппорт. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид. И 7 петель провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так получилось.
Так, провязали с горем пополам. Одна изнаночная в конце ряда. В четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Пятый лицевой ряд. Одна изнаночная, одна лицевая, накид, 3 лицевых. Накид, 1 лицевая. И повторяем раппорт. Изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевых, накид, лицевая. И изнаночная петля в конце ряда. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 5 лицевых, накид, лицевая. И повторяем раппорт. Изнаночная, лицевая, накид, 5 лицевых, накид, лицевая и 1 изнаночная в конце ряда. В восьмом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Советую провязать их немного слабее, потому что в девятом ряду мы снова будем вывязывать из 7 петель, 7 петель провязывать одной петлей. Девятый лицевой ряд. Одна изнаночная. Сразу после этого провязываем 7 петель вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Так, отсчитываем. 4 и 3. Вот. 7 петель я захватила и буду сейчас их провязывать. Вот так вот. Мне в левую сторону провязывать петли легче. 7 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет накид, лицевая, накид, лицевая петля. И повторяем раппорт узора. 1 изнаночная, 7 петель вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Накид, лицевая, накид, лицевая и 1 изнаночная в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевых, накид, лицевая. И второй раппорт вяжем. Изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевых, накид, лицевая. И петля для симметрии в конце раппорта 1 изнаночная. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Ну вы только посмотрите, какая получается красота. Ну прям ну настоящие листики. Такой нежный узор, такой красивый. Для детских вещей, для девочек можно связать. Красивые кофточки, тунички, платьица. Посмотрите, какой красивый узор. Ставьте лайки, если он вам тоже понравился. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Зовите к нам своих друзей. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!